Наурыз отмечают и в Америке. Еще в прошлом году мэр Нью-Йоркского района Бруклин Эрик Адамс выступил с инициативой о праздновании Дня весеннего равноденствия тюркских народов ежегодно. Сегодня он снова лично открывал торжества в честь Наурыза в историческом здании муниципалитета Бруклина. В самом густонаселенном районе Нью-Йорка проживает около 3 миллионов жителей. Здесь разнообразный этнический состав населения, где большинство говорит на родном языке. Масштаб праздника Наурыз набирает обороты и отмечается почти как на Востоке, сказал мэр Бруклина Эрик Адамс, приветствуя гостей фестиваля тюркоязычных стран. Присутствовавшие на мероприятии дипломаты Казахстана и Азербайджана поздравили всех с праздником весны. За вклад в сохранение культурного и национального наследия специальным дипломом была награждена президент Казахско-Американского альянса Карлыгаш Шерсекеева. Она поблагодарила руководство мэрии Бруклина за организацию и проведение весеннего праздника, в рамках которого была представлена яркая культурная программа и национальные традиции. Бурные аплодисменты были адресованы певцу из Казахстана Диасу Мусалимову, который исполнил народные песни.